Я красавчик, включил камеру и не открыл объектив. Ну что, проведешь нам экскурсион? Вот прям вот начиная отсюда. Или может оттуда начать, с того конца. Как считаешь? Как? Ну давай с этого. Здесь мы замутили такой бар своеобразный. Все здесь сделано вручную. Бар сделан из дореволюционных дверей. Сделали, люстра просто сногсшибательная. И швейные машинки сделали. Люстра из плетен. Плетня. Типа корзина. Валялась, да, как мусор здесь. И мы решили ее почистить и повесить как люстра. Вот так немного эффективнее. Куча всяких инструментов для того, чтобы ребята могли устроить джем-сейшн. Покажи, пожалуйста, вот эти два бубна. Это же этнографические, насколько я гляжу. Они очень крутые. Ну, вот этот не совсем, конечно, но все равно кожаная мембрана. Я думаю, это мочевые пузыри даже. Нет, это телячья кожа, скорее всего. Такая. Козья, она не такая, у телячья она полупрозрачная. А вот этот прям совсем старинный, походу. Сюда приносят ребята со всех концов Владикавказа, не только всякие инструменты, все, что лежит. Далафандер такой? Это не Далафандер. Это супер архаичная штука. Это узбеки на стройке. А, вот это то самое узбеки, да? То, что рассказывали. Узбеки на стройке, да, замутили вот такие инструменты, и причем играли на них. Ну вот, это очень-очень архаично. По мне так. Ну это самый настоящий фольклор. Смычковый, вот там смычковый. А, и вот это, да, смычковый? Из фанеры. Да просто вообще, можно, да? Да. Класс. Двойные, два хора струн, заметьте, обратите внимание. Вот это я понимаю фольклор. Такая своеобразная камера. Что там показывают? Можно Так, инструмент имеет две оставшиеся струны. Можно посмотреть? Да. Где? Это барабан шизма. Конечно. А где же Шила разгневался и проткнул пальцем свой? Называется одна он. Ну, местный Шива, он не проткнул Дамар. Пальцем, он оборвал. А, проткнул, да, таки пальцем? Он вот так. Еще заодно оборвал эти белки на веревочках. Керамические изделия мы сделали вручную. И человек, который продавал на выставке в Москве, он поставил за $100. И потом решил на интерес поставить за $200. И они продавались. Потом, блин, он решил догнать до того, пока они не будут, ну, перестанут продаваться. Он догнал до $1000, и они все у него продались. Местный, да? Да. Мастер. Хороший эксперимент. Это последняя его работа, он закрылся его в сердце. Такие удобные кресла для шахмат. А так удобно держать, слушайте. Да. Это прям такие шахматы для... На космическом корабле. Сколько и кирка. Кресло поиграть в бэхи. Блин, холодновато, поиграл бы я тут в шахматы. Вообще, я бы тут много во что бы у вас поиграл. А здесь что? Вот сюда, да, жми, смотри. Там еще бардак. Тут склад? А в офис, давай зайдем в офис. Такой офис
выходить из этого места и умывом будем вместе. А, люстра сделана из фанеры. Ага. Очень всякие всячки. Очень-очень-очень классно. Не знаю, мне все интересно, все нравится. Лук. Опа. Повесили для декорации такие велосипеды стоят. И щиты. На дереве хотелось бы сделать дом на дереве. Собственно, с этой комнаты все и началось.